В Алматы прошел фестиваль «Казахстан. Наш общий дом». Он также приурочен к сегодняшней дате. Представители этнокультурных центров организовали выставку, рассказывающую об истории каждого этноса, который стал неотъемлемой частью народа нашей страны. Новый праздник обретает свои традиции. Алматинцы встречают его в Доме дружбы. Члены всех этнокультурных центров собрались здесь, чтобы под мирным небом вспомнить, как в 30-е годы прошлого века Казахстан, сам еще не оправившись от потерь, стал их общим домом. Накануне депортации Казахстан пережил очень тяжелую трагедию вообще коллективизации и массового голода. Тогда, по последним данным, свыше миллиона человек потеряла страна. И в этот период, 37-й год, сюда, в эту очень тяжелую атмосферу, прибывают десятки народов. Мы говорим, 130 народов проживают в Казахстане, этносов. Из них более 60% это прибывшие сюда, депортированные. Это корейцы, немцы, народы Кавказа. Всего, опять получается, всего более миллиона. Сюда приезжают в результате депортации, потом во время войны эвакуации с прифронтовой полосы. И, конечно, всех их встречала казахская земля и казахский народ. Сегодня казахстанцы гордятся своими успехами и понимают, что благоденствие страна не достигла бы без взаимопонимания и милосердия, с которого и начиналась наша общая история. Я хочу поздравить День благодарности всех проживающих в Казахстане, также по всему миру, от всего азербайджанского народа, от всех своих представителей и от себя лично. Пожелать им здоровья, удачи, счастья и самое главное, чтобы у нас был мир на земле. Для фестиваля «Казахстан. Наш общий дом» культурные центры организовали выставку, рассказывающую об истории каждого этноса, который стал неотъемлемой частью народа страны. Татьяна Напольская, Ерлан Абжанов, Кинджи Амраев, Алматы, Хабар 24.